Друзья, всем привет, в эфире Мотолайф. Представляем вашему вниманию свободный мотоцикл Kawasaki Z1000. Вот такой вот белый красавчик, литровый дорожник. Свободный, есть в наличии. Последние цифры номера рамы 1605. Давай сейчас мы его заведем, посмотрим работу оптики, проверим, прокатимся и посмотрим более детально его. Бензина у него мало, у нас он там даже на приборке показывает, что лампочка моргает. И, ну, собственно, давайте смотрим. Поворотник один, поворотник второй, дальний, ближний работает, сигнал есть. Здесь смотрим, поворотник один, второй, стоп-сигнал, все отлично работает. Мотоцикл немного парит, у нас прошел дождь, у нас там лужи, вся техника, которая вчера приехала, немножко подмокла. Вот, но ничего страшного, это всего лишь дождь, кто из нас под дождь не попадал. Вот, мотоцикл в довольно неплохом состоянии. Вот, довольно бодрый литровый дорожник. Вот, кому нравится такая техника, по городу шалить, вот, пожалуйста, обратите ваше внимание именно на этот мотоцикл. Так, ну что, сейчас мы его посмотрим поближе. Так, есть небольшое стеклышко у мотоцикла. Оптика целая. Как вы видели, все рабочее. Все замечательно. По пластику нареканий никаких нет. Все хорошо. Крыло без повреждений. Белая крылышко с черными вставками. Очень симпатично все. Так, резина. Ну, если честно, я бы ее поменял. Резина так себе. Пыльничек немножко порепанный. Вот, но сальник давление держит. Вот, мокро, то, что, повторюсь, еще раз дождь у нас прошел. Вот, есть подкат. Вот такой вот, под переднее колесо. С этой стороны. Также зеркало чистое, тоже подкатик есть. Тормозные диски довольно толстые, возможно, уже замененные. Ну что, состояние очень хорошее. Колодки в остатке процентов 60 визуально. Радиатор, ну вот, насколько видно, соты у нас целые все. Коллектора без замятий, состояние довольно хорошее. Бак также весь целый, пластик целый, двигатель без повреждений, крышка у нас также все целая, все, собственно, все как и положено быть. Снизу элемент пластика тоже без повреждений. Подножка водителя, пассажира, выхлоп, стандартная банка, пластик, ой, пластик, железка здесь, также все целое. Тормозной диск сзади, незначительная выработка есть, он довольно толстый еще. Колодки в остатке процентов 45-50. Задняя резина, ну, протектор уже кончается, я бы, собственно, тоже для себя я бы поменял. Оптика целая, хвост у него вот такой вот короткий, ну, как есть. Фара, стекло тоже целое, стоп-сигнал. Пластик без повреждений, задняя часть. Все у нас целое, все замечательно. С этой стороны по выхлопу также нареканий никаких нет, все хорошо. Цепь, звезда, звезду можно смазать, все будет хорошо. Цепь, вернее, цепь смазать, звезда еще походит. Так, подкат у нас также есть, вот он. С этой стороны тоже вот такой вот подкатик имеется. Очень удобно для техобслуживания мотоцикла. Подножка пассажира, водителя, боковая. Крышка двигателя здесь у нас также целая. По самому двигателю тоже нареканий никаких у нас нет. Ни потеков, ничего. Все замечательно. Бак белый целый, без замятий. Пластик весь ровный. По сидушкам водительская такая вот яркая оранжевая,
пассажирская черная. Все целое. Сверху по баку никаких нюансов нет. Давайте сейчас мы его откроем. Так, сейчас будем пытаться сделать светлее. Ну вот насколько видно, блин, все равно не очень хорошо. Ну, скажу так, бак довольно хороший, приятный, чистый. Смотрим здесь. Наконечник целый, ручка сцепления целая, шарик целый, кнопочки на месте, грипса целая. Здесь кнопочки на месте, грипса целая, наконечник целый, ручка тормоза, шарик целый. Зеркало одно, зеркало второе. Здесь у нас японец добавил вот такую штуку, показывает текущую передачу. Смотрим. Топливо, видите, он моргает мало. Общий пробег у мотоцикла 37 528. В принципе, для литра это не такой уж и пробег. Вот, вполне нормальный, адекватный мотоцикл, чувствует себя очень хорошо. Мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный. Kawasaki Z1000. Кому интересно, звоните, пишите, спрашивайте. Ссылка на товар в описании к этому видео. Всем спасибо, всем хорошего дня.